Ну а вопросы капитального ремонта, оформления субсидий, подключения газа и электричества смогли задать в столице все желающие на традиционном Дне грамотного потребителя услуг ЖКХ. Специалисты порядка 15 организаций, в их числе Якутскэнерго, Водоканал, Сахатранснефтегаз, провели консультации с жителями города. Организаторы отметили, что подобные акции будут проводить ежемесячно. Следующий День грамотного потребителя услуг ЖКХ состоится 3 сентября на площади Орджоникидзе в Якутске. Мы проводим уже четвертый раз акцию «Грамотный потребитель услуг ЖКХ», в рамках которой мы консультируем людей, да, населения по вопросам жилищно-коммунальных услуг, по любым вопросам, которые возникают. В основном актуальные вопросы именно там по фонду капремонта, по начислению платежей.